Минувшей ночью в Екатеринбурге местная молодежь с удовольствием выпивала, в податом состоянии садилась за руль автомобиля и, что важно, не просто сидела за рулем, а каталась по городу и, как следствие, активно врезалась в разные препятствия. Первый случай из этой обоймы приключился вчера в 11 часов вечера на перекрестке Решетникова и Ануфриева. Девятка «Жигулей», пилотируемая, по словам очевидцев, совсем еще ребенком, воткнулась в фонарный столб. Возможно, мелкий водитель, насмотревшись телевизора, вообразил себя боевиком гор электросетей и решил с помощью девятки обесточить хотя бы один столб. Ехал оттуда вот, короче, и не вписался в поворот и в столб. Развернула его и в столб. И убежал. И убежал, ключи, да. Убежал. Молодой вообще, когда маленький. Какой грохот там был. Все. Что это был за мелкий кент, разворотивший девятку, неизвестно. Может, это сынулька взял папину машину покататься, а может, просто какой-то юнец, обдолбанный или пьяный, угнал чужую девятку, поездил в свое удовольствие и затормозил в столб. Второй аналогичный случай произошел сегодня в 3:00 ночи на Тбилисском бульваре, возле третьего дома. Несколько молодых пацанов, видимо, не совсем трезвых, решили погоняться по большому пустому городу на шестерке. Но, опять же, по ряду причин, баран не справился с пилоткой. Пилот не справился с баранкой. Улетел на газон, предварительно снеся металлическое трубчатое ограждение и куст сирени. Эти молодчики, впрочем, катались не на угнанной, а на своей собственной машине. После аварии на шестерку положили глаз сотрудники ГИБДД и погнали ее на штрафную стоянку.